На обувной фабрике номер 6 в силу вековых традиций ругаться умели все, от директора до вахтера. Ругались не зло, но как-то смачно и вовремя, отчего наступало всеобщее взаимопонимание, недоступное лишь младшему технологу Ларичеву. Ругаться он не умел. Спорить еще кое-как мог, хотя тоже неважно, но употребить при случае крепкое словцо или, не дай бог, выражение был просто не в силах. От этого страдал он сам, а главное – работа. Я, понимаешь, права не имею. Ну, дам я тебе эти заготовки, и что? Петрушенко придет, что я ему скажу? Так, я же не для себя, я для... Ты чем для себя? Тут, понимаешь, такое дело. Вот дальше мне директор говорит. Иваныч, ты свое дело должен знать верно. Сказано тебе жди, значит жди. Ну, так а какого хрена мы тут стоим? Заготовки ждет. А ты, значит, не даешь? А я не даю. Так а какого хрена ты не даешь? У меня там цех проставит, он сидит, буржуй тут старый, чаи попивает. Да сам ты буржуй! Я, между прочим, здесь на рабочем месте! Работаю, а не бегаю по заводу, как некоторые! Так я ж потому и бегаю, что ты мне заготовок не даешь! Да потому что это Петрушенко заготовки! Ну, Петрушенко этими заготовками половина цеха завалена, ему еще на неделю хватит, а у меня там целый цех стоит! Так что ж ты мне сразу-то не сказал? Как не сказал? Я ж говорил. Вот, да я... Всегда у вас так, товарищ Ларичев. За что не возьметесь? Точно. Трудно человеку объяснить. Ну? Дай, мол, заготовок. А я, понимаешь, стою, жду. Заготовок нет. Того и гляди, линия остановится. Ну, сам бы подошел. Да некогда. Так нельзя, милый. Ты тоже спуску не давай. Ты ругайся. Я не умею. А ты научись. Не получается. Да не может быть. Ты способный, ты интеллигентный человек с высшим образованием. Ты обязан это освоить. Занимайся вечерами. Пробовал. Это все вредно для здоровья. Мне доктор один объяснял, что брань — это выплескивание отрицательных эмоций. Все выплескивают, а ты не выплескиваешь. А не можешь научиться этому сам, найми репетитора. Ну ладно, попробуй учиться. Понимаете, Егорский Иванович, я советовался со следующими людьми, и все единодушно утверждают, что лучше вас меня этому никто не научит. Чему этому-то? Ну, этому, в смысле выражения. Все говорят, что вы их знаете бесчисленное множество. Да кто говорит-то? Дай бы тому по сусалам, кто говорит. Нет, они в хорошем смысле говорили. В смысле, так сказать, восхищение вашим словарным запасом. Слушайте, Евгений Петрович! Некогда мне здесь с вами сутки сути. У меня и так здесь. Шли бы вы. Работа. Клягин! Клягин! Ты еще здесь? Где ж там люди ждут?
лихо получается. Ну, прошу вас, всего несколько занятий. А я вам буду платить. Чего? Как это платить? Почасово. У меня товарищ есть, преподаватель английского языка. Он за час занятий берет 5 рублей. Он же английскому учит, а тут своему родному. Ну ладно. Хватит и трешника. Спасибо. Зачем? Заприте. А как у вас со слышимостью через стены? А то, знаете, соседи услышат, еще по 15 суток схлопочут. Это зачем? А это... Уберите. Это для записей. Мне так проще будет запомнить и легче отрабатывать произношение. Уберите. Это же документ. И потом, на кой ляд на эту... гадость пленку переводить. Я вас прошу, ну, без магнитофона мне поначалу будет очень трудно. Зря я в это дело ввязался. Начнем, Егор Степанович. Прошу вас. Чего? Говорите. Да что говорить-то? Ну, слова, выражения. Только, пожалуйста, помедленней. И, если можно, поясняйте принцип их употребления. Не могу я как-то без разгону. Ну не идет как-то. Да вы не волнуйтесь. Может, чай выпьем? Егор Степанович! Если вам трудно, ну, начните с более мягких слов. Попробуйте. Ну... Ну, например, сука. Так, хорошо. Ну и что? Ничего. Нет, я имею в виду, в каком смысле? Сука. Собака, значит. Дамского полу. Нет, это я знаю. А как это употреблять? Да так и употребляйте. Нет, ну вы не поняли. Я хочу... понять некую закономерность. Вот это выражение, оно относится к одушевленному или неодушевленному предмету? Не знаю я. Ну хорошо, вот скажем, отвертка. Она может быть вот тем, что вы сказали? Отвертка? Да. А при чем здесь отвертка? Нет, ну я в качестве примера. Скажем, у рабочего вдруг потерялась отвертка. Может он ее так назвать? Если потерялась? Да. Тогда, конечно. Угу. А если не потерялась? А если не потерялась, тогда чего уж? Она просто отвертка. Понимаю. Видите, как все любопытно? А о предмете мужского рода? Можно так сказать? Не знаю, вроде бы нет. А вот у нас в цехе, когда сломался конвейер, то наладчики, они тоже его называли сука. А ведь конвейер-то он мужского рода, не так ли? Отпусти ты меня, бога ради, Евгений Петрович! Ну тебя! У меня аж голова разболелась! Брось дурью мучиться! Нет, ну, я, ну, прошу вас, ну пожалуйста, я, ну прервемся! Перекур! Не могу я просто так ругаться.
Без причины у меня не получается. Куражу нет. Включите телевизор, что ли, там сейчас хоккей. Ладно. Валяй, Евгений Петрович. Записывай все по порядку. Начнем с вратаря. Знаешь, кто он? Последующие занятия проходили более гладко. Ларичев аккуратно записывал и запоминал все, чему его учил Клягин, потом наговаривал это на магнитофон и давал послушать учителю. Браниться без помощи техники он пока не решался. Клягин понемногу стал входить во вкус педагогики, стал задавать домашние задания, был требователен. Ты, Евгений Петрович, вроде все и верно говоришь, но как-то по-нарошному, казенно. Душу не вкладываешь. А ты так скажи, чтобы человек присел. Тогда это и к месту будет, и он тебя зауважает. У нас на флоте боцман был, так тот иной раз так гаркнет, так припечатает. Не поверишь, крейсер ход сбавлял. Ей-богу. Мотористы говорили, в дизелях давление повышалось. Ну, это для меня недостижимо. Это искусство. Мне бы так, бытово. Вот, например, вот это выражение. Ну, как его произнести? Я его глазами-то быстро прочитать не могу. А ты не сразу. Не сразу. Такую лестницу с бухты-барахты не скажешь. Для нее себя разогреть надо. Вот смотри. Возникла у вас дискуссия. Стали вы друг друга на горло брать. И он тебя обидел вот этим. Тогда ты ему вот это. Он тебя, скажем, вот так, а ты ему вот это, вторая строка снизу. А уж если он тебя как личность оскорбил вот этим, тогда у тебя кровь закипает, и ты на выходе его вот этим и бомбардируй, и он готов. Понял? Да, да. Как все это трудно. А ты как думал, милый? Тоже вроде, брат, наука. Так сказать... Высшее, низшее образование. После 10-го урока Клягин стал настаивать на практических занятиях. Ну чего вот мы воду толчем? Сидим здесь закрывшись, как два уголовника, и шепотом лаемся. А на людях, ты уж извини, Петрович, ты все такой же одуванчик и есть. Дуни, посыплешься. Ты применяй, чему научился-то. Применяй. Повода пока не было. Да какой тебе повод? Пришел на работу, вот и повод. А то чего ж зря стараться? Я деньги зря брать не привык. И тут на фабрике произошло очередное ЧП. Цех резиновой обуви запорол большую партию сапог. Впрочем, не то чтобы уж так запорол, просто глинища оказались припаянными к основанию несколько под углом, что придавало им забавный вид. Хотя в носке это, возможно, и не очень бы мешало, если, конечно, приноровиться их надевать. Но у ТК сапоги не пропустил, и разразился скандал. А с меня-то какой спрос? Все расчеты делал товарищ Ларичев. Это неправда. Я вам докажу. А мне нечего доказывать. Я вам несколько раз объяснял. Да мне нечего объяснять. Молодого еще товарищ Ларичев учить меня.
Я здесь 20 лет работаю. Я эти сапоги делал, когда вам мать еще сопли вытирала. Ну чего же ты? Уйдет ведь! Немедленно извинитесь. Чего? Немедленно извинитесь. Да идите вы, товарищ Лавича, знаете куда? Вы... Ну же! Вы... Что это с ним? Помогите! Вызовите скорую! Голову поддержите! Хорошо, хорошо! Давайте, скорее! Товарищи, мы собрались сегодня здесь по очень печальному поводу. Это настоящая драма, товарищи. Да что там драма? Я бы даже сказал, трагедия. Да-да, товарищи, вы не ослышались, и я не оговорился. Настоящая трагедия. Товарищ Ларичев был настоящим человеком. Я бы даже сказал, человеком с большой буквы. Он был настоящим передовиком производства. Все сидящие здесь за столом являются, несомненно, друзьями товарища Ларичева. Конечно, жаль, что теперь его нет с нами. Можно? Нам его очень не хватает. Я возьму его магнитофон. Товарищ Ларичев, конечно, это необыкновенный если нужно. Человек. Нужно. Все его... Дай ключ от радиорубки. Зачем тебе? Дай. Алло, это Клягин говорит, шофер, Клягин, Егор Степанович, знаете, в общем. Стало быть, вот что, похоронили мы вчера, стало быть, нашего товарища, технолога. Ларичева Евгения Петровича. Всем нам больно очень, что и говорить, потому что, я вам так скажу, замечательный он был человек. Нежной души и так далее. Очень хороший он был. Ларичев Евгений Петрович. И вот что я вам теперь скажу, друзья мои. Конечно, здоровье у него было слабенькое. Ни на ком вины нет. Вроде бы. А я вам так скажу, на всех вина. А на мне, может быть, больше других. Он какой был человек? Он очень чуткий был человек. Чистый. И он страдал от нашего с вами хамства. Можно сказать, ломал себя под нас. Не понимаете? Ну, сейчас поймет, кто не понимает. Слушайте сами. Женщинам разрешаю выйти.
Раз, раз. Раз. Так, сейчас. Сука. Нет, сейчас. Как это сказать-то? Чушь какая-то. Сука. Как это они говорят? Сейчас. Не могу. Раз, раз. Раз, два, три. Вот так. Все. После этого случая Клягина обсуждали на месткоме и вынесли ему порицание. Потом на фабрику номер 6 приезжала специальная комиссия, директор получил выговор за слабую воспитательную работу, а потом фабрику номер 6 объединили с фабрикой номер 7 и переименовали ее в фабрику номер 8. И поскольку фабрика номер 6 перестала существовать, то теперь уже трудно установить, был ли этот случай вообще.